А в махачкалинском транспорте вводят систему безналичной оплаты. Сегодня состоялась презентация нововведения. В числе первых попробовал новый способ оплаты глава Махачкалы Салман Дадаев. На сегодняшний день оплатить проезд транспортной картой можно только в двух новых троллейбусах. В скором времени в Махачкалу будет завезено еще 40 таких средств перевозки пассажиров. Мэр подчеркнул, что постепенно безналичный способ оплаты будет доступен на всех видах общественного транспорта – в маршрутных такси, в автобусах и троллейбусах. Оплачивать проезд можно будет единой транспортной картой, либо платежными картами Сбербанка «Мир», «Маэстро», «Виза» и других систем, а также через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Единую транспортную карту можно будет приобрести на неограниченное число поездок в месяц. При оплате картой будет действовать скидка в 2 рубля. Проезд на троллейбусе будет стоить 13 рублей вместо 15.